Всем привет, друзья! С вами канал Алекс Про, игра Dragon Champions. И в этом выпуске мы будем выбивать недостающий элемент снаряжения, персоналочка, так сказать, для нашего танка панды Кинали в отряде отражений. Посмотрим нашу команду, посмотрим и обсудим тактику команды, то есть кого первым делом гасить, дабы команда имела все шансы на успех в этой непростой операции. А для начала рекомендую ввести промокод. Вот кто этого еще не сделал, промокод, конечно же, для новых игроков. Вот промокод AlexProGift от нашего канала дает сочные ништячки для комфортного старта в игре, но, к сожалению, доступен для игроков с аккаунтами 15 уровня и ниже. Вот. Прочие промокоды, если они действительны, могут быть в описании к этому видео и в прикрепленном комменте. Итак, Кинли, как вы видите, уровень прокачки такой себе хороший, то есть средненький. Вот. Прокачаем до 12 уровня снаряжения, и герой будет более эффективен. Правда, нужно еще руны подточить для этого героя. Итак, команду будем использовать вот такую. Вот общая мощь команды, как видите, 166 тысяч. Подводит здесь, конечно же, меня Патриарх, потому что он у меня не прокачан. То есть прокачечка средняя, даже на данном этапе чуть ниже средней. Зато дядюшка Хо имеет 13 уровень снаряги и довольно-таки опасный боец. Но поскольку дядюшка Хо является, так сказать, персонажем-стрелком, да, там урончиком в каком-то плане и героем дебафа, то именно его нужно выбивать в первую очередь. Так глушили злодея. И начинаем гасить планомерно. Почему именно его? Потому что у него особенность есть, как наш дядюшка Хо уже исполнил, да, накладывает ослабление меткости. Вот, и в случае, если это произойдет, то будет очень-очень печально. Так, вот иммунитет сработал, как вы видели, да, не сработала фишка с оглушением. Массовый урон пошел. Так, эффекты горения распределились. Все, дядюшка Хо откис. Вот такая вот особенность. Быстро, очень быстро перезаряжаются вообще панды. Опа, все, остался Кинли один на один. И можно спокойненько уже переводить бой в автоматический режим. Быстро, быстро загасили здоровяка и получили 25 осколков персонального снаряжения. Ну что ж, друзья, на этом все. Понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. А будут вопросы, пишите в комментариях и в наших соцсетях. Пока-пока, друзья. И до встречи в новых выпусках.